К нам на утренний рассол прибыл английский посол. А у нас в дому закуски пол горбушки да масол. И чего я тут плету? Ну, совсем уж в степь не ту. И на кой он нам посол? Утром встал, да и пошел. Все пошли по интернету добывать себе монету. Так попало в СБС. Не нашла там интерес. Тут Владимир погодился. Он давно уж отделился и стал сказки говорить, да ЛС-клаб хвалить. Слушала его я час, убедилась, все как раз. И так скроено надежно, что включиться тоже можно. 1500 внесла, 3 стола я заняла. И представь, всего через... Ух ты, точно есть прогресс. Деньги вывела легонько, и вздохнула я тихонько. И даю теперь указ. Слушай ты меня сейчас, да внимательно вникай. Ой, ну только не зевай. Выйди на работу в клаб, и уже не будешь раб. А коль дашь пинка под зад, тогда будешь и богат. Только так ты жить учись, Катериной угордись. Надоумила, скажи, всем в округе расскажи. Пусть приходят к нам скорей, ждет успех и круг друзей. Thank you.